Ты бы списки по ДЖВ мучать не составлял, Лагутов? Вот делать мне больше нечего. Ты пытаешься выиграть свою подружку, отвлекая внимание на других. Ничего у тебя не выйдет, Волков. Воистину говорят, дурака жизни учить только портит. С первого дня мечтал об этом. Взрыв был слышен издалека. Думаю, все идет по плану. Когда закончим рацию, ничего же. Это значит, уходим? Нет. А как же мы без связи эвакуацию вызовем? Не слишком много вопросов. Я в этой дыре больше года каждый день под смертью ходил. И потому имею право знать. Ты имеешь право беспрекословно выполнять мои приказы. Других прав у тебя нет. Понял? Нет, не понял. Бунт на корабле. Да понимай, как хочешь, но пока ты мне не объяснишь... Запомни. Ты расходный материал, который я использую для выполнения задания. Если ты еще раз вякнешь, я тебя кончу на месте. Ясно? Ясно. Понял. Пошел ты! Дебюцев! Пошел ты! Дебюцев! Ненавижу вас, суки! Завтра наш человек представит последнюю часть информации. Вот тогда уходим. И что же мы его с собой потащим? Поживем, увидим. Сколько бы у тебя был антидот? Сколько бы у тебя был антидот?
Вы хоть представляете, что вы натворили, а? Вы упустили подозреваемого. А вдруг окажется так, что он связан с немецкой агентурой, а? Что, чистенькими хотите остаться, да? Не выйдет. Все вместе у одной стенки встанем. У него сейчас один выход. Уйти из города. Этого нельзя допустить! Передать ориентировку на этого Волкова и приказать всем патрулям применять оружие без предупреждения. Ясно? Но он может попытаться связаться с Москвой. Это вряд ли. Все междугородние звонки по спецразрешению. Кто же им выдаст-то? Однако усилить контроль за всеми пунктами междугородней связи. Девку в тюрьму отвезли? Никак нет, товарищ майор. Почему? Я же приказал немедленно. Так у нее совсем с головой плохо стало. В психушку отправили. Да пью с ней. Держите меня в курсе. Свободно. Москву. Срочно. Я даже не знаю, как вас благодарить. Меня сегодня вызывали к прокурору, так он сказал, что дело направлено на пересмотр, и Ваню, скорее всего, освободят. Замечательно, я вас поздравляю. По поводу благодарности, да. Можно я от вас в Москву позвоню? Естественно, это неофициально. Вы же знаете, что все междугородные звонки только по специальному разрешению. Я понимаю, но это очень важно. Вопрос жизни и смерти, пожалуйста. Только не больше минуты, иначе засекут на центральной. Мне минуты хватит. Что у вас происходит? Немцы выходят в эфир прямо из города. А вы мне говорили, что город перекрыт наглухо. Начальник места ВНКГБ Обитов накатал телегу на Волкова, что тот занимается самоуправством. Арестовал начальника охраны завода Петрухина. Вообще-то, мы его вместе арестовывали. Не двигаться! Бросай оружие! Бросай! Дом окружен. Он за Гайло посадил, чтобы спасти его с женой. Я так люблю гражданин Петрухин. Из твоей вины в использовании служебного положения в корыстных целях. Петрухин не отрицает. А связь с дочерью врага народа Крайновской? Обитов уверен, что Крайновская – одно из звеньев агентурной цепи немцев на заводе. И требует санкцию на арест Волкова. Вы что, всерьез считаете, что Волков немецкий агент? Почему он так добежал? И при этом погибли двое оперативников. Я уверен, что это недоразумение. И готов поручиться за капитана Волкова лично. Ознакомьтесь. Это приговор военного трибунала. Капитана Волкова, капитана Семену приговорить к высшей мере наказания. Вы дату забыли поставить? Забыл. Пока. А вот вспомню или нет, это зависит от тебя и от Волкова. У вас сутки. Свободен. Тут все на ушах стоят. Абакумов рвет и мечет. Ты только можешь объяснить, что происходит? Долго объяснять. У меня времени меньше минуты. Просто срочно приезжай. Ну, в этом... Наш план совпадает. Я через час вылетаю в Горький. Тогда запоминай. Улица Прибрежная – это на выезде из Горького, у разрушенного моста. Своих фокусов, да? Здорово.
Здорово. Давай, рассказывай, что там твоя Крайновская. Абитов уверен, что она немецкий агент. Или, как минимум, активная пособница. Да я сам еще не разобрался. С одной стороны, биографии целая череда якобы случайностей и совпадений подтверждают, а с другой стороны… Что с другой? Ни одной прямой улики против нее, и целая куча вопросов. И самое главное, если она на немцев работает, зачем Ромину было ее убивать? В любом случае, пока у нас не будет железа доказательств ее непричастности, она будет оставаться под подозрением со всеми вытекающими. Значит, надо продолжать копать на заводе. Вот я и продолжу. Не понял, почему ты? Потому что, если с завода произойдет еще хоть одна утечка, я за наш с тобой голову и ломаным гроша не дам. И единственный способ этого избежать – полная изоляция всех из твоего списка. Я не понял, ты их всех собираешься арестовать? Нет, пока только перекрою связь с внешним миром, а там посмотрим. Ну хорошо, мне что делать? Абакумов пока отменил решение о твоем отстранении. Под мою ответственность. Так что будешь на подхвате. На подхвате? А это как? Молча. И не дай бог, что хоть какой-нибудь фортель выкинешь. Понял? Погоди. Отставить разговоры. Свяжусь с тобой, если понадобишься. Свободен. Зацепить территорию завода. Никого не выпускай до моего особого распоряжения. Есть, товарищ капитан. Ориентировку на Волкова, надеюсь, не забыли снять? Так точно. Я готов даже извиниться. Но кто из нас не ошибается? Здравствуйте. Так, трое забыли. Людей уже собрали? Да, всех, кто в данный момент был на заводе. Они пока в актовом зале, за остальными послали домой. Я хотел пообщаться с каждым лично. Как скажете, за кулисами есть свободная комната. Телефонную связь с городом отключили? Так точно. Я вам еще нужен? Нет. Если понадобитесь, сообщу. Встань! Итак, к заводу идет утечка совершенно секретной информации. Предатель находится среди вас. Будет лучше, если он сам чистосердечно во всем сознается. Молчим. В таком случае задержаны все. Сесть. Хотя, если у кого есть что сказать, я готов выслушать в соседней комнате. Этого ко мне. Сенька с утра не открыл. Машина готова. Бензина под запасом. Еще три полных канистры. А вот Юрков так и не объявился. Может, он на патруль нарвался? Живым ему сдаваться резона нет. Все равно к стенке поставят.
Ты маршрут отхода из города отработал? Целых 3. На всякий случай. А если твой человек через 2 часа не придет навстречу? Уходить все равно будем? Нет. Задание должно быть выполнено. Любой ценой. Ты согласен? Согласен. Ну, иди к машине. Девушка, Крайновская в какой палате? А, это Крайновская, ее же перевели. Кто? Куда? Прошлой ночью в психиатрическую больницу у нее случился сильнейший эпилептический адрес? Криз. Столярная 10, но у вас туда без специального разрешения нет. Спасибо. Так или иначе, но предателя мы все равно найдем. И лучше это сделать здесь и сейчас. Нет, ничего определенного сказать не могу. В Москве все расскажешь. И то, чего не знаешь, тоже вспомнишь. Правда, поздно будет. Все равно под расстрел пойдешь. Говори с ним! Зачем вы его ударили? Ну, я хотел как лучше. То есть, по-вашему, лишить человека возможности давать показания – это лучше? Ну, сейчас очухается и продолжим. Только без вас. Позовите следующего и свободно. Есть, товарищ капитан. Убрать! Этого на выход. Да поймите же вы, у нас режимное учреждение. Все посещения только по специальному разрешению, в строго определенное время. Нет у меня времени, поэтому я требую немедленной встречи с Антониной Крайновской. А насчет Крайновской отдельное указание. Все контакты с ней категорически запрещены. Так что все вопросы в отдел НКГБ к товарищу Абитову. Да чихать я хотел на вашего Абитова, так ему и передайте. Так позовите главврача мне. Его нет на месте, так что вам все-таки придется подождать. Нет, не придется подождать, потому что у меня дело государственной важности. Что понимаете, здесь происходит? Что вы кричите? Человек-то вот это... Я слышал. Дело в том, товарищ капитан... Так точно. Что даже при наличии соответствующих документов в данный момент все контакты с Крайновской исключены. Это еще почему? Ввиду ее тяжелейшего эпилептического криза. И это так опасно? Ну, сложно сказать, все зависит от его продолжительности, и любой негативный факт может ухудшить ее состояние. Доктор, мне очень надо. Хорошо, пойдемте. Боже мой, вот мы с вами влипли, а? Вы так думаете? Ну, конечно. Вы что, не видите ничего? Сколько людей вывели? Чш. Они вообще нас за людей не считают. А если в Москву увезут, вообще кранты? Но мне нельзя в Москву. У меня 2 детей, да и жена очень больна. Как же они без меня? Что думаете, это кого интересует? Тихо, тихо, тихо. Знаете? Что? По-моему, вот этот майор очень даже порядочный человек. Вы так думаете? Конечно. Я вам советую. Подойди и обратиться к нему. Ну а что вы теряете? Ничего не теряете. Попробуйте. Я не знаю. Что-нибудь получится. Попробуйте, попробуйте, попробуйте. Давайте. Только я вас прошу недолго. Хорошо. Тоня? Нет. Тоня,
покой. Успокойтесь. Санитары! Помогите! Успокойся. Успокойся, я друг. Я не сделаю тебе ничего плохого. Сейчас ты уснешь, а когда проснешься, все будет хорошо. Товарищ майор, можно обратиться? Тебе кто разрешил встать? Я просто... На марш, на место. Я просто хотел сказать, что у меня дети. И жена очень больна. На место, я сказал. Вы не имеете права, я буду жаловаться. Чего? Жаловаться буду! Ох ты, блин! Отпустите! Сволочи! Ненавижу! Прекратить! Прекратить! Что здесь происходит? Товарищ капитан, стал жаловаться жена, дети, потом начал оскорблять и угрожать. Потом вовсе ненавижу всякое такое. Товарищ капитан, я думаю, это тот, кто нам нужен. Тот или не тот, проверим. Этого ко мне. Никто не расходится. С остальными продолжим позже. Так ей будет легче пережить кризис. Чего, помогает? Ну, определенно. Получив при помощи гипноза доступ к человеческому сознанию, гипнотизер воздействует на нервные центры пациента. К слову, впоследствии она даже ничего не будет помнить об этом. Погодите, это что получается? Человека можно управлять? В принципе, да. Хотя я не бог весть, какой специалист есть, и посильнее меня. Это как этот Вольф Мессинг? Не только. В начале 30-х я посещал такие цирковые представления, на которых было не хуже, чем у Мессинга. А вот это вы зачем? Это чего? Это? Угу. Побуждающий резонатор. Он необходим для введения пациента в состояние транса. Может быть, любой другой предмет, совершающий механические колебания по принципу маятника. Интересная штука. Это память о былых временах. Вы знаете, я ведь когда-то работал в цирке. Твою дивизию. Этого ко мне. Товарищ майор, у меня важное сообщение. Говори. Можно не при них. Понимаете? Да я еще бы хотел, чтобы об этом товарищ капитан не знал. Почему? Понимаете, он человек пришлый и может быть не объективен. А вы все-таки местный, и, можно сказать, наш. Ну, пошли, поговорим. Тут рядышком мой кабинет. Прошу. Спасибо, спасибо. Что значит связи нет? Ну, попробуйте еще раз набрать. С заводом связи нету. Погодите, доктор. А если пациент хочет обмануть гипнотизера? Тогда надо смотреть как бы сквозь резонатор и думать о чем-то нейтральном. Например, петь. Ну, про себя, естественно. Вот
У вас какая любимая песня? Светись кострами синие ночи. Спасибо, доктор. Пожалуйста. Вы мне очень помогли. Светись кострами синие ночи. Мы пионеры, дети рабочих. Я, кажется, знаю, кто вам нужен. Вот, смотрите. Вам знакома эта игрушка? Guten Abend, Herr Abitov. Добрый вечер, господин Абитов. Что вы тут делаете? Генерал Шнайдер обещал, что вы оставите меня в покое. Я сделал все, что вы просили. Крайновский уничтожен. Мы это ценим. И многое другое. Но обстоятельства изменились. До нас дошла информация, что вас переводят в Гоке. И что вы хотите? Делайте свою работу. Но если одному человеку понадобится помощь, вы окажете ее любыми средствами. И как же я его узнаю? Это будет легко. Он вообще не придет. Придет.
спалят нас. Утром чую. Тебя проводить? Ладно, иди, жди в машине. Ага. Подойдет. Ты покажешь свое удостоверение и скажешь, что я очень важный свидетель, что я с тобой. Понял? Понял. Ладушки. Кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочие. Ты че? Че ты? Ну чего? Близится эра светлых годов, а? Вижу, близится. Сейчас ты мне все расскажешь. Слушайте, я ведь вам не верю. Конечно, ничего рассказывать не собираюсь, тому как все равно меня расстреляете, верно? А вашу власть советскую я еще с 17-го года ненавижу. У меня было все, семья, положение в обществе. Все, понимаете? Все как у людей. Ну да. Гипнотизер в цирке. Вы многого добились. Вам есть чем гордиться. А это ж я после вашей власти стал жертвовать своим талантом на потребу сброда. А до революции у меня были прекрасные клиенты, очень обеспеченные, между прочим. И немцы пообещали вам все это вернуть, да? Ну да ведь? Знакомая история. Вот вы с виду вроде умный человек, вы сами-то в это поверили. М? Послушайте. Чего? Немцы хоть обещали, а вы взяли просто. Все отобрали. Прошлое, настоящее и будущее. Будущее на данный момент находится в ваших руках. Если вы мне поможете, я вам в этом будущем гарантирую жизнь. Пускай хреново, как вы говорите, но жизнь. Вы жить хотите? Очень хочу. Помогите. Тогда место и время встречи. Сегодня? Угу. На Бурнаковской, 7. И это старый заброшенный склад, его еще до войны должны были. Время? И 17 часов. Пароль? Синий платочек. В смысле, свистом, свистом. А отзыв? Амурские волны. Конвой! Уведите его. Стой! А? Какую роль в этом во всем играла Крайновская? Крайновская? Да, Тоня. Да вы что, подозревали эту дурочку? Но вы даете, в самом деле, никакой. Уведите. Волков на связи. Группа захвата. Живо! Бегом! Бегом! Так, хер Бюсов. Бросай оружие!
товарищ капитан! Попробуй дистанцию сократить! Понял! А знаешь, я и давно мечтал с тобой поговорить. Просто так, по душам. Хватит болтать. Пойдем. Ты серьезно, Волков? Ага. Ты думаешь, я сдамся? Я же смерти не боюсь. Могу убить себя в любой момент. Валяй. Воздух чище будет. Может, решим все по-мужски? Это как? По-честному, без оружия. Победитель получает все. Что, например? Руки. При нашей прошлой встрече твой товарищ спрашивал про антидот. Я так понимаю, он вам очень нужен. Это будет твой приз. Согласен? Откуда мне знать, что ты мне фуфло втюхиваешь? Решай, Волков! Другого шанса у тебя не будет. Сначала ты мне его отдашь. Ну что ж, по-честному так по-честному. Ладно. Согласен. Какой же ты все-таки дурак. О, Паш,
А чего не разбудил? Алексей Емельянович, врач говорит, вам нужен покой. Здрасте. Здорово. Сейчас яд практически полностью нейтрализован, но организму нужны силы. Да знаю я, что эти врачи говорят, что ноги у меня ходить не будут. Отстань, товарищ старший майор. Сможете. Здорово. 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 Наслышан я о ваших подвигах. Рад тебя видеть живым. Я тоже. Хотя я не верю, что это говорю. Ладно, давай лучше расскажи, как ты выбрался из этой передряги с Бютцевым. Так приказа помирать не было, Алексей Емельянович. А Бютцев все без. Кстати, тело так и не нашли. Ну, ему воскресать не впервой. Надеюсь, не в этот раз. Эх, ребята, война еще не окончена. Сколько еще таких Бютцевых будет на нашем пути к победе? Ну, чего? А. Молодец. Давай. Так, нам с капитаном Волком сегодня еще в управление ехать. Как раз подвернулось новое дело, кстати. Нет, Семен. А у меня сегодня законный выходной. Так что завтра. Все завтра. За победу. За победу. За победу. Мне разрешили вернуться. Я в институте узнавал, ты можешь восстановиться, продолжить учебу. Спасибо. Ты мне помогаешь, потому что чувствуешь вину? Не надо. Я терять тебя не хочу. А еще хочу, чтобы ты была счастлива, если ты позволишь, я для этого все сделаю.